привожу себя в порядок потихоньку. Знаете, что хотела сказать, потому что там дети внизу шумят. Слышите? Слышите? У нас просто сейчас шумно, весело. Карина уехала в город с подружкой завтракать. А я здесь с детьми. Нянчусь, короче говоря. Но с ними не надо сильно нянчиться, нужно просто их занять, чтобы дети были заняты. Тогда никто никому мешать не будет. Я еще поработаю немножко, но мне надо. Так, что-то хотела сказать. А, все меня спрашивают, сколько стоит эта книжка. Вот сколько стоит эта книжка, я могу вам сказать, да? Но это все зависит от того, как далеко вы находитесь от этого книжки. От того у вас и играет цена. Я заплатила почти 200 ойра за этого книжку. Ну, 190 ойра я заплатила там, да. Ну, не дешевое, скажем, удовольствие, но я рада, что всем понравилось, и я рада, и дети рады, в общем, отлично погуляли, отличные фотографии, и все, короче, шикарно на должном уровне. О том, чтобы дать контакты этого мишки, ну, я предложила вчера дать контакты, мне сказали так, они подумают, но они еще до сих пор думают, но сказали, потом в конце концов она сказала, пусть они нас ищут на просторах интернета. Я сказала, ну хорошо, я своим девочкам так и передам, пусть они вас ищут на просторах интернета. Вот. Она сказала, у нас YouTube канал не развит, ну и все такое. Но я сказала, как хотите. Поэтому. Ищите на просторах интернета, просто-напросто это еще зависит, в каком городе вы живете, чем ближе вы найдете. Во-первых, они сильно далеко не выезжают. Они выезжают в радиусе 100 километров. Сильно далеко они не езжают, вам все равно нужно этого мишку будет искать в вашем регионе, ну, в окружности. Как-то так. Ладно, мои хорошие, я не буду сильно долго вас отвлекать, поэтому я и не отвечаю на комментарии, понимаете, когда... Вот, например, у меня тоже мои подписчики спрашивают, Татьяна, а можно дать твой номер телефона для заказа? У меня подружка хочет заказать, и у меня там, или там знакомые, или родственники хотят заказать. У меня спрашивают, могут ли они дать мой номер телефона. Я говорю, конечно, вы можете дать мой номер телефона, потому что я работаю, я, ну, с этого, можно сказать, живу, можно так сказать. Это мой доход. Я работаю, естественно, я за это получаю деньги, это мой доход. Поэтому я тоже у них спросила, могу ли я. Они сказали, пусть нас ищут на просторах интернета. Ну, в общем, короче, как-то так. Поэтому я и не отвечаю в комментариях, кто меня спрашивает. Чё, сколько, где, как, зачем. Вот про цену я вам сказала, что это не дешевое удовольствие. Ну, а так, ищите в своих... региона. Ищите по месту жительства, вот так я могу сказать. Все, мои хорошие, у нас такая жара. Я в этом платье дома прям реально спасаюсь. Оно такое, потому что оно такое легкое-легкое, такое свободное-свободное. Я уже во всем доме закрыла окна. Я не знаю, как у кого, но у нас ос в этом году, это катастрофически. Это ужас, сколько ос. Я очень много. Пишите в комментариях, как у вас тоже очень много ос. Или у вас не очень. У нас стоит такая жара, завтра будет еще жарче, чем сегодня. Сегодня у нас 30-31 градус. Без очков уже не вижу. У нас сегодня 31 градус. Завтра, по-моему, до 36 градусов у нас обещают. В общем, пекло стоит конкретное. Все, мои хорошие, пошла заниматься делами. Дети там зовут, нужно идти. Смотри, кого мало. Чего, обезьянка Чи-Чи-Чи? Мы собрались на почту все вместе. И потом куда? И потом пойдем кушать мороженое. Я могу увидеть себя. Ты не можешь себя увидеть? О, какой ты тяжелый. Со своей страшной игрушкой. Все, вперед. Софи, 1, 2. Софи, 1, 2, по-моему. Все, мы пошли. Софи. Софи, ногами не делай. Ладно? Так, я сейчас посмотрю, сколько у меня денег есть. Вот трак. Там едет обувь. Так. Ну, не знаю, на мороженое, может, хватит? Все, Ома, я сгораю, стану блинчик скоро. Да, сейчас я посмотрела. It's
Ну, если что, там, наверное, карточкой можно будет рассчитываться. То у меня тут 15 евро в кошельке. Я думаю, наверное, хватит там мороженку. Я думаю, нет. Да, конечно. Ты думаешь, нет. Все, мы поехали. Так, сейчас климу включим. Все, поехали. Сначала на отправим посылки. Угу, а потом... Так, мы поедем в Спорск пойти. Куда пойдем? Спорск. Куда? Спорск, это тоже такая. Ой, как машина нагревается. Ужас просто. Включай уже. Да я уже включила. Она просто такой, Софи, не трогай мой этот шарф, который у меня в машине тут потерялся. Это как у мамина. Да, и как у мамы тоже такой есть. Ну что, хохочем? Софи, загидаю. Ну. Сейчас домой пойдем, кто сушится не будет, мороженое не пойдет кушать. Софи, голова прошла? Нет. Видно. Так, мы приехали. Стоять. Мы приехали в Астили. Нам нужно перейти только через дорогу. И потом вон там у нас кафе-мороженое. Сейчас пойдем. Кафе-мороженое. Сейчас мы пойдем туда. Сейчас, подождите, мы дорогу будем переходить там, где светофор. Сейчас налево поворачиваем. И идем на светофор. Так, Павел, все, руку давай. Павел там спрятался. По машинам так рукой. Вот так, вытащи руку по машинам. Привет. Не можешь. Все, ладно, все, пойдем столик искать. А меня? Ну, давай. И Софи, ручкой нам помаши. Все, пойдем. Мама, я сын хочу пай айс кафе. Айс стиле. Ну, да, айс кафе, я. Was hast du bestellt? Kein Eiskaffee. Мы заказали спагетти, мороженое, да? Да. Пауль, что заказал? Пауль, не ломай вот это. Пауль и мобильный айс. Мидсмартис, да? Да. Да? Да, Мидшройзель. Слава, он смотрит, там какие-то флаги. Какое у нас мороженое? Киш-киш-киш. Пауль, тебе нравится твое? Да. Молодец. Я все, сейчас маме пошлем. Да, конечно, кушай. А у меня такое холодное кофе с мороженым. Пауль спрятался от ос. Пауль, там нету у тебя ос? Пауль, нету? Гуд. Кульфештек, да? Вкусное мороженое было. У Софики, короче, было самое вкусное мороженое. У меня это айс-кафе, которое было совсем такое невкусное. Пауль, у тебя вкусное было мороженое? Я еще не открыла машину. Вкусное? Вкусное, вкусное. Открывай. Ура, все, мы садимся, поехали домой. Немножко мы остыли. Пришлось нам пойти вовнутрь, потому что на улице нас замучили осы. Мы поехали уже домой. За мороженое мы заплатили 16 евро 10 центов. Чего сколько стоит, я не знаю. Нам все посчитали. Мы заплатили, мне как раз хватило, потому что у меня наличие, не, ну я могла бы, конечно, и карточкой расплатиться, но у меня наличие было всего 15 евро, ну и мелочь. Что ты сказал? Софи, перестань. Софи, перестань. Она делает твой шарф дрянь. Мой шаль делает, он все равно грязный, его стирать нужно. Софи, не пачкай мой шаль. Так, что у нас там? Здесь понаставили всяких вот этих вот железных ограждений. Все, сейчас пойдем домой отдыхать, да? Да, и будем спать. Нам уже скоро с собачками надо идти будет гулять. Да, мы пойдем гулять весь день. И потом у нас будет собачка. Вы, хохотунчики. Вади, потом бомба. Мы потом пойдем гулять, и потом дуем в краны, и нам больше на улице. Вы, хохотунчики? Нет, как будет как бомба. Где у нас бомба будет? Когда машина проедет, будет бомба. Да? Да, потом будет бабамс. Ты бабамс. Ты что, я включила фенстон? Я не включила, я не открыла. У нас клима работает. Погоди, ты что ты сделала?
на улице сидеть просто невозможно, да? Пауль спрятался почти под стол, да, чтобы мороженое покушать. Mm-hmm. Да, Пауль? Да. Yeah. Ужас. Я люблю вас, и когда они прилетают ко мне, я убегаю весь день. Всегда убегаешь, да? Mm-hmm. Знаешь, Атос, я тоже убегаю. Все может думать. На меня полетит, потом она будет бомба. Когда будет вот так. Обив наш дом. Все, наш дом. Так, ты уже сейчас из машины вылетишь, Паула. Я скорее выгляду от тебя, а ты вылетишь из дома. Ты вылетишь. Все, приехали, выходим. Сегодня у меня вот такая рамочка. Но это у меня пока дети убежали. Быстренько, да, я вам решила показать, потому что вот такую вот, по-моему, с розовым платьишком девочку я еще не делала. Дети там сходят с ума. Мне нужно бежать готовить обед. Собачки мои вышли погулять. У нас сегодня такая жара-жара, и у нас ветер. И вообще получается, что ужас. Я за овощами в свою теплицу. К обеду сейчас соберу помидоры. Огурцы, по-моему, в холодильнике еще есть. Сейчас соберу помидор. И салатик сделаем к обеду. Смотрите, какая красота. Да, хорошо, да, вот так, когда можно пойти в теплицу. Набрать помидорок вкусных. Это тоже уже поспели. Прям такие мягенькие, мягкие. Не то, что как... Это еще нет, а вот это да. Не то, что как в магазине, такие деревянные-деревянные помидоры. Сань! Сань! Жорка! Жорка! Они долго сейчас тоже не гуляют. Жара их тоже выматывает. Ой, это желуди у нас так падают по теплице. Шумно. Какие помидорки. Сейчас самые-самые красные соберу. Ладно, соберу сейчас все, потом вам покажу. Смотрите. О, слышите, это желуди падают. Огурчик. А может, я свеженький огурчик сорву. А, и вот огурец тоже. Кстати, баклажаны уже, наверное, тоже надо что-то с ними делать. Где они тут у меня? Вот они. Что у нас тут с огурцами? Растут потихонечку. Все, на салат хватит. Я, наверное, больше не буду рвать, да? Пусть они на кусте лучше сохраняются. Сразу покажу. И на улице уже начинают краснеть. Вот это будет, наверное, розовый, я так подозреваю. Вот эти еще что-то не краснеют. Видно, нет? Где они? Вот. Ну пусть краснеют, пусть краснеют. Вот такой у нас куриный обед. Сейчас скажу, что это. Здесь салат. Знаете, я так люблю вот с таких домашних помидор салат, потому что там вот этот вот сок собирается. И помните, как в детстве хлебушком вкусно помакать? Карин, глаза квадратные. В общем, это мясо с джусаем. По маминому рецепту. Мама у нас всегда так делала. Можно было меньше бульончика налить, но тогда больше жира. Но так как мы сейчас стараемся все немножко поменьше жирного кушать, поэтому у меня бульончика больше. Просто мясо обжаривайте, у меня здесь свиная шея, лук и джусай. Джусай у меня был замороженный, это тот, который мне Кристина дала. И просто картошка отварная. Все, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Что мы делаем? Что ты делаешь? Вот у нас жара. Смотрите, все мои огурцы как повяли. Ну, вечером буду поливать.
С утра тоже поливали, но они все равно. Что у тебя здесь за водоворот? Пальцы, смотри, как ты на себя льешь. Жук, ты что делаешь? Смотри. Отодвинь дальше этот свой бассейн. Смотри, геликоптер, геликоптер. Спой песенку. Какой? А которую ты сейчас поешь? А? Которую ты сейчас поешь всегда? Геликоптер. Нет, я не про геликоптер говорю. Про Чак Норрис спой. Ну ты поешь же Чак Норрис. Про Чак Норриса ты поешь песню теперь? Пали, просто теперь любимая песня такая, да? Спой. Какой? А? Очень крутой. Какая? Ну про Чак Норрис. Нет. Ты целый день сегодня ходил, пел, что не помнишь? Ну какой? Ветер, наверное, сильно шумит, да? Паль, тебе не жарко? Может, домой пойдем? Ужас жарко как. Еще ветер такой горячий, аж на обжигающий. Че ты свою машину на солнце туда припарковал? Ну, чтобы она остыла. Остыла? Да, чтобы она сгорела. Чтобы она сгорела? Да. Остыла. Она сейчас расплавится там, да, от этого солнца. Я хочу и так. Ты хочешь, чтобы она расплавилась? А чего хочешь? Ну, чтобы когда кайпла, она будет вот так, я буду... Паль, мама сейчас увидит, что ты со своими шортами новыми сделал. Смотри, мама. О, поплыл как. Что Софи делает? Наверху идет что-то. Она наверху? Да. Что она там делает? У Сабрины что-то делает. А, она у Сабрины что-то делает? Смотри, ну все, быстро. Ждите сюрприза. Ну, когда Софи наверху у Сабрины что-то делает, то потом там получается какой-нибудь сюрприз. Какой? Ну, не знаю. Тени, например, рассыпят. Что? Ну, вы тогда что, черные тени Сабрины, ну, что сделали? Рассыпали? Нет. По всей комнате? Нет. Нет? Нет. А что я убирала? Я знаю. Ты можешь громко говорить? Все, осы летят, Пауль. Нет. Ты не боишься, что ты вот тут с водой возишься, тебе пчелы, осы покусают? Я боюсь. Смотри, все. Давай убирать эту чашку будем. Я пойду маме скажу. Что сейчас осы тебя покусают. Не надо выливать, не выливай воду, не выливай. Сейчас осы потом сюда на плитку сядут. Просто мы чашку сейчас убиваем. Лучше воду вам в огурцы выльем. Окей?